Оригинальная карта, черная, с красными буквами. Если карта стандарта U3, то у нее контактов больше в два ряда. Цвет не соответствует оригинальной модели, он соответствует 64 гигабайтам. С трудом нашел обратную сторону, как видите, там номер более мелкий и сделано в Китае. Программка Fake Flash Test написала, что разрушена, но полностью он не проверил ее. Это самая лучшая программка для Windows H2 Test. Показала, что полностью все 124 гигабайта фальшивые. Это номер модели с сайта производителя. На упаковке или на карте должен быть указан такой.